Здравствуйте, меня зовут Сурмач Екатерина Михайловна, я ваша медсестра сегодня. Здравствуйте. Назовите, пожалуйста, свою фамилию, имя, отчество и дату рождения. Михалюк Вера Петровна, 19.12.1995 года рождения. Данные совпадают. По назначению врача я выполню вам гигиенический уход за полостью рта. Почистим ваши зубы. Вы согласны? Да. Хорошо. Подготовила необходимое оснащение. Пеленка, клеенка, платок стерильный, перчатки, стерильные салфетки, стерильные ватные шарики, шпаты в стерильной упаковке, одноразовые, зубная нить, зубная щетка, зубная паста, вода комнатной температуры, увлажнитель для губ. Проверила целостность упаковок стерильных, сроки годности, даты стерилизации. Усадила пациента. Положение Фоулера 45-60 градусов. Накрыла пеленкой, клеенкой. Вскрываю упаковку с лотком. Устанавливаю лоток пациента под подбородок. Выполнила гигиеническую антисептику рук, надела перчатки. Предварительно распаковала индивидуальный комплект для пациента. Зубную щетку, зубную нить, подготовила зубную пасту. Вскрываю упаковку со шпатами. Сейчас мы осмотрим вам рот. Скажите, пожалуйста, а? Сейчас мы почистим вам зубы. Выполняю смахивающее движение, начиная с наружных поверхностей зубов, затем очищаю внутренние, перехожу на жевательные, коронки, очищаю язык, щетку, сбрасываю в лоток. Предлагаю пациенту прополоскать рот водой. Чтобы очистить межзубные промежутки, можно использовать зубную нить. Высушиваю кожу вокруг рта. Использую средство для увлажнения губ, например, бальзам. Помещаю его в комфортное положение, опускаю изголовье кровати. Одноразовые салфетки сбрасываю в контейнер. Отходы, загрязненные кровью, биологическими жидкостями, неинфицирующими, не обеззараженные. Шпатели сбрасываю в тот же контейнер. Щетку дезинфицирую, промываю проточной водой, просушу и поставлю в стакан для хранения. Использованный лоток погружаю в дезинфицирующий раствор. Время экспозиции согласно инструкции по применению данного дезинфектанта. Выполняю дезинфекцию клеенки. Время экспозиции согласно инструкции по применению дезинфектанта. Пеленку сбрасываю в контейнер для грязного белья, снимаю перчатки, сбрасываю в контейнер, отходы, загрязненные кровью, биологическими жидкостями, неинфицирующими, не обеззараженные. Выполняю гигиеническую антисептику рук, регистрирую выполненную манипуляцию в медицинской документации пациента.